Мы можем ирландца взять, ну, типа 3 ДК пойдем вообще без проблем. Кстати, у нас АДК нету, а вы его убрали. Да, я просто ничего не хватало еще. А зачем ирландца реально убрали? У нас же морали нет. Сколько у нас миликов? Да хуя, похуй, разберемся как-нибудь. Миликов получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Я бы потестил бы новых людей вообще на самом деле. Я бы взял бы бигарятного. Ну вот и думай, тестить новых людей, это надо спрашивать у тех, кто сейчас в рейде, кто согласен в воскресенье пойти. Кто сейчас не может, кто может в воскресенье пойти. Кто сейчас нет, не хочет. Так, Ауга готов уступить. Ауга готов уступить, но мне надо Калагард и Везакс. У нас один вар, поэтому сразу нет. А, ну Элмарс, какой один бар. Столовка готов вступить. Ау. Ауда Армс, типа, я не знаю, у вас миликрита нету, если чё. Да, кто? Поэтому Ауга, Фурика, иди сиделай сразу. Кто не смог? Кто, вот, да, лучше вот из миликов. Кто вот сможет пойти в воскресенье? Женя, ты сможешь в воскресенье пойти? Я не знаю. Ну, постараешься? Не знаю, ну тебе знаешь, как будем ждать сильные бета, не представляешь? А почему не ждать? Ну, кстати, у нас еще Космоболит не пришел, помните за него? Да. Он сказал, он опоздает. А вон тот, что вар, который... Давайте свои пати сумоньте, третью, четвертую, пятую. Давайте потихонечку чистить начнем. Вторую идите чистить. Чего вы встали около шкафа? Сейчас, подожди, да на замене фуипа. Точно, а который вон тот вар, чё он? Не Фурик? Ебо, все это хотят, вульдуете или чё? Ну конечно, видишь, пишут, блядь. Так а чё нет, ну блядь, начало недели. Слушайте, а кстати, что там за квестик недели, никто не смотрел? Там Астрокрыла, сумоньте пятую, четвертую, вторую пать, десять по тачке. Прошарьте квест. У меня на робота квест. Лампавая, мы не делаем проход. Идём по полу. Проходку ты можешь с кругами сделать. Да, Уга, иди делай, у нас нету миликрита. Что за вопросы? Соберем второй раз. Я шарнул в так, Костик. Спасибо. Егор, где ты есть? Машина пустая, без тебя едет, алло. Слышите, точно в воскресенье, да? Поставьте его в календарь и людям сразу скажите в воскресенье, и все. Мне Никита написал. Че, Никита, хочешь зайти? Ну, хочет, да, типа пойти. На ханте, да? Заходит, ханте. Ясно. Бля, вот скажи, Псиряки, вот скажи мне, вот Игорь, сейчас ясно. Вот почему я не беру пугов, мне пишут куча людей. Почему я их не беру, ну, блядь, на других персах? Они заходят, идут мейнами. А тебя я должен лично взять одного, единственного. В смысле, я у тебя спрашиваю, алло, я у тебя просто спросил. Я тебе 5 раз сказал, пойдешь к Антону во второй рейд, заходи на лок. Хорошо. А он не с гильдии хант? Слота нету под перевещением. Серёга, заходи за лок, нафиг твой хант нужен, да, заходи. Я уже зашел. Все, извини. А лучше за кота бы кто-нибудь зашел. А космополит зайдешь, попади. Могу зайти. Да куда зайдет, не зайдет, куда нам приходить людей? Ну уже все, все, кто не попали, пойдут во второй. Дайте 50 ЕП на приход, люди. Далее. О, что, космополит, ты в этом? Ля-ля-ля, сюда космополита, да-да-да. Ну я могу вместо Уги его взять. Его. Мне главное Калагард для тебе, Везакс, мне остальное похуй вообще. Ну, и в воскресенье можно? Ну, у нас такое не принято, тут эти перезаходы постоянно, это чистая хуйня. Это трата времени, блядь. Конечно, с Везакса, и моих, блядь, нервов. Не упадет, ну давай я в воскресенье тогда приду. Давай. Если надо. Все, отлично. Как бы без проблем. Теряки или Никиту берем? А Никита на ком зашел? Да Никита, я не знаю, а он вот здесь? Что-то. Подожди, сейчас, секунду. Никита еще вышел, ебать. Никита вон на лодке. Ауга, короче, это... Иди в воскресенье, упадет пушка 100% Физикс. Да, блядь. У меня на армс на Фурика нет уже ветки спека, блядь. Сань, хотя похуй. Блядь, сейчас, секунду. Сань, ты сможешь пойти в воскресенье? Нет. Куда? А ну и похуй, да иди сейчас. А, он Никита, короче, может не идти, он не хочет. Давай берем Теряки. Бери. Никита не хочет идти, потому что тут не падает Т4, блядь. Ну мы потом можем точно так же не хотеть ему его отдавать, потому что он, блядь, он никуда короче, не ходит. Короче, так, окей, типа, рейд примерно выглядит так. Те, кто на замене,
в воскресенье будет второй рейд. То же самое за ЕП. Но не уходите никуда. Типа, вы на замене сидите. Если что, может быть, понадобитесь. И ЕП спать, также спать, получится. Это можно ли вновь? Ну, ЕП сейчас никому давать, да. Соответственно, за замену не будет, потому что будет второй рейд. Что они два раза ЕП тогда болтают. Ну, кто не сможет, тогда мне напишет. Кто КД словит уже по факту, когда КД... Не-не, я ЕП дам, но уже во втором рейде люди пойдут, типа, ну, без ЕП. Либо так, либо, типа, во втором рейде ЕП дам. Вот. Да, можете, если что, с рейда ливнуть, но из диса не ливайте, чтобы были в сети. Чтобы если что, мог написать вам. Бля, Вася Бетон, я думаю, надо создать ник Женя Цемент, нахуй. Надо неплохо, блядь. Я думаю, это зайдет, это нахуй. Даша Арматура, нормально? Даша Арматура. Вот эта хуйня не должен ущерб. Можно еще, блядь. Вот эта хуйня. Я предлагаю написать просто Вася долбоёб. Нормально че не, блядь? Нормально кирпич. Сейчас обидно было. Кирилл, че ты? За что ты булишь просто? Тибербуля. Молодой. Кого сумонишь, ребят? Все у меня, я не люблю СЛР мульчиков, блядь. Я фласки покупал. Тебе надо сделать ник Кирилл. А, кстати, пойду фласки куплю. А, просто давай. Ник, блядь, не СЛР мун, блядь. Ивашкин Кирьяки, короче, надо смотреть. Так, кто со мной будет сидеть в пушке? Аркадий, где ты есть? Блядь, это там биполярный, воскресенье не сможет. Желательно, блядь, его поменять на кого-нибудь. Кого? Биполярно. Ну, кто сможет в воскресенье, ребят? Биполяр? Ой, а что ты такой вообще, нахуй, биполяр? Ну, да, я кто это такой? Ну, новенький. Новый салатик. Я, конечно, могу уступить ему слот, мне не проблема. Тебе-то нет, наверное. Ну, пусть сидит, может кто-то отвалится. Сейчас у кого-то свет, нахуй, выключат, как всегда. Пропал без вести. Сердолин забился, чтоб на РТ сходить. Давайте, я поставил еще раз шкаф. Алак по фолу забился в Сердали, поэтому я стремаюсь с ним идти на лодке. Не пизди по фолу, в сапогах нету нахуй, блядь, в голове нету. У него там Сердали много. Три соки, три Сердали, блядь. Ебать да хуя, пиздец. Два, три, четыре. Четыре Сердаля, нихуя себе по фолу, блядь. Алак, объясни. Это ни разу не было нахуй? Получается наебалово нахуй, блядь. Да. Ивашкина сумоньте и начинаем двигаться. И Вайда, он что вначале стоит. Ко мне отошел. Пойдет здесь в городе. Так, Егор, сейчас с тобой? Ты можешь ему тоже, блядь, терять. Я говорю, что ты по фулу забедист. Они там эти 5 штук стоят, блядь. Все, ебать, соси, блядь. По фулу забеги сани, дай, получается. Че, можно дабик лучше дам пулить? Егорыч, садись ко мне. Ивашкин, вылези из моей пушки. Ваша, иди ко мне. Егор, садись ко мне. Ой, хочу Женьком намотаться. Егор со мной уже. Тогда ко мне вернули кто-нибудь, садись. Кого закидывать будем? Потачь. Да какао. Паша, ты с кем сидишь? Я с ним уже доталово, но. Он с Хаус сидит. Хорошо. Залазь ко мне тогда, Амончик. Расселись по тачке? Что, мы с пула закидываем людей или как настакаем? Ну, настакаем. Я с пугасами ходил, мне понравилась эта тактика. Сходу закидывать людей, блядь. Да мы это убиваем, и похуй, зачем чуть менять. На. А кто не кидает? Кто не кидает? Кто там? Давай я не кидаю. Заебись, закидывай. У Блэкфлай кто сидит? Шамана не надо, Ивашку закидывает. Все, вот Блэкфлай не закидывает. У него, кажется, Ивашка. Блэкфлай, кто у тебя сидит в тачке? Шам, все, нет, да. Не закидываешь. Все, не закидывай тогда его.
Женек, садись на последнюю тачку, вон там он стоит, трофейный чоппер. Ну, Женька на мотоцикле катает. Поглоти мочек. У кого-то омончик сидит, только что он не летал ни разу. У меня омончик сидит. Омончик, нажмешь шестерку, там зарядится в пушку, я тебя закину, очень тебе ничего делать не надо. Бабладин, сядь тоже куда-нибудь. Сядь в пушку, у кого в пушке никого нет. Сядь быстрее куда-нибудь. Так куда? Я не знаю куда, что значит куда-нибудь. Вот, 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 у кого шамана, вот. Вот здесь, вот. У шамана здесь в пушку садись. А, пушку или в катапульту. Ивашкин, ой, давай меньше, блядь, флуда, нахуй. Чтоб я тебя не мотал, чтоб ты не сидел молча, сам с собой не разговаривал. Вот, 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 вот тебе, вот он. Вот я нашел тебе мотоцикл, звездочку поставил, сади. Амончик, ты понял, что я говорю тебе? Там есть кнопка зарядиться в пушку. Мне сразу сказал. Владимир, нашел? Когда я тебе скажу заряжаться, заряжайся, ну, понял? Я у Blackfly сижу. Шаман, шаман не будет. Там шаман сидит. Все, ладно, давайте. Все рейдер, все, обратно сядь. Сядьте. Давай. Уже, блядь, куда-нибудь, не заюбуйте. Гуляйте, осад. Давай, опять. Бачок, блядь. Колчедан, подбивай. Горы считаем? Что, заряжаемся? Может, тяни, Колчедан. Заряжаемся? Давай, давай. Заряжайся. Полетел. Я уже одну сломал. Садись, Шимон. Вася Бетон. Чё, как? Прогресс сломай? Вася Бетон, садись, я тебя кину, тебя надо убить. У вас там чек, куда не хватает? Всё, я кину, я кину. Куда вы? Я справа стою, Амончик. Ой, я тебе подъехал прям. Садись, садись. Я садись. Там же стою, в центре, где... Хорошо, я не работал. Горыч, давай. Тяни сразу. Ну чё танк сломали, он не двигается. Где шаман, ты вернёшь назад? Надо стены поменять, он задвигается. Подъедешь к этому Колчедану, вот за кем сейчас едет, к Колчедану подъедь. Колчедан на шиномонтажке. Ебать, а чё у меня? На шиномонтажке. Кто Денис такая? Проебал. Дарафан. Не, блядь. Я стаку ебать, пиздите. Ты последний. Так я проебал стаки, за мной гонялась хуйня. А, я понял. А, пацан наебывает, он к этой... АФК шел, сидел. Слушай, а где псину я, Маклчедан вожу. А, вон. Не надо мне гнезд... Снимите шамана куст. Ты запутал куст. Там у нас умер разрушитель один. Да. Заморозил? Да какой сдох, ах. Шаманты так бегают, пытаются жить. Забивайте уже, блядь, да? Что за хуйня происходит? Че, есть мопед какой-нибудь пустой? Пустите меня. Мопед? А вот стоит мопед, поехали. На мопедке кататься. А, его убили. Слышите, пацаны, мне ПМ пишет какой-то ДКСником, РЛ Лоспед. Да ну не флудите, блядь. Тоже он написал. Да? Все убили. Кто пишет? ДКСником, РЛ Лоспед пишет в ПМ, ты Лоспед, ебать. Я говорю, сосать нахуй. А это кто вообще? Это другой. Блядь, хуй знает кто, нахуй. Долбоёб. Что, мне лут делить, нет? Да-да-да. Вставайте, беги, да? Я распитаю. О, костюм. Его забаним, нахуй. Блин, ну что, получается, папа топ ДПС, блять, или шо? Отсосали, нахуй. Че это рекаунт? Да я нибудь хуярил, он на колчеданами, блять. Ну да, ебаю. Так и есть, блять. Да, там, блять, хил потел, я второй чел потел. Убежал в тыкву, блять, потом ездил. Короче, отсосали, блять. Ну, первый раз, если что, мы... У кого нету, скажи сразу, ЕПГ. Рога-тога нету. О, ну, он отрубит, а может ему, наверное, ничего не надо уже. Все тролли. Слушайте, пацаны, а есть масло? Тебе какое масло? Оливковое, блядь. Этот, на СПД. Есть.
по скидке тебе чисто как другу 500 голды. Да не, ну типа по бомжатке. Ну ладно, на. Где кому? Блять, я там суфу кастет отдал. У меня просто последний заряд. А, и хаос. Сейчас. Я не вижу. Сейчас я это дамажу. Побежали на робот. Оно тоже юзанное уже. Я думаю, хватит. Да вы в одном пати находитесь под друг друга. Что там? Я заебал, блядь, по бомжиха, блядь. Стоите АФК. Сейчас там. Суф, где стрим, Суф? У меня же стрим есть, нахуй тебе Суф. А, Суф популярнее, он известнее, понимаешь. Так, кто на кого МК? Будаб, я на тебя? Я наверное, сейчас, наверное. Пусть подсчитываю. О, слышишь, там зашел Марлу, ебать, беги. Видите, зашел Марлу, блядь. Да он все равно голый. Ну это типа, кто да. Кто такой Марлу? Да он пропал куда-то, друид у нас раньше был. Да, просто исчез бесследно, ебать. Так он у него и шаман хороший был одет, и этот, и друид. Паладин, вы померяйте ауры? Сагильдиц. Блять, вот никак не сбить, да, купол нахуй. Криворот, пиздец, мы без руки. Столовка рукожопой, блядь. Ладно, блядь. Корни, блядь, кинуть нахуй не могут, сука, блядь. Я кидал корни, их сбиваю. Пизда, блядь. Вот, это ж столовка нахуй сбивает, блядь. Черт. Ой. А, блядь, чисто хао вайпнул. Че и комбо 200. Чё тебе за трансфер? Я не знаю, что за чел, блядь. Тебя. Стрёмный? Да. Уел. Из-за него дал 5 больших жетонов обучит. 5 больших жетонов? О, чё у него там за трансмок? Ну-ка. Ну, он стрёмный какой-то, ты чё? Не, у него прикольный трансмок. Не, у него новенький какой-то. Ну, на вот, ну-ка стой. Ну, ведро, блядь, он убрал с головы, блядь. Ведро, да? Да, ну, стрёмный, чё гонишь? Покажите, где это тело? Поставьте рыбу. Где это тело, ебать? Тело в морге, да. Причем не Саня, а... Ладно, давайте потихоньку пиздёшь, ребят, убивать. Маги, дайте столик, пожалуйста. Ты же сам... Я рыбу поставил, модную. Владимир, в каком обед это? Сейчас Кирилл кричать будет. Кирилл, кричи давай. Что кричать? Рыба, стоит, жрите рыбу, блядь. С тобой не пиздели, блядь. Если страша падает, вот этот вот пояс, допустим, я не в инсте, я бы зайти, могу его взять? Не-не-не, там придется на соседнюю шипку через планету ехать, чтобы его взять. Выжимайте тебя. Ну это тоже нормально, да, можно, получается, взять. Нельзя. Да, чтобы я был. Да хуёво, хулиф, у меня уже паладин, холипал и шампы вкачаны. Рога, что там у тебя? Прогалик, чё у тебя? Зачем тебе второй рестор? Проверяйте бафы. У меня друг скоро на этого перса зайдёт. Чисто на одном аккаунте будешь пилить? Не-не-не, он второй аккаунт создал. Втором включал. Два аккаунта, две шинки. Стой. Два балла, два шама. Ещё одного ханта нужно вкачать, чтобы два балла, два шама было. Тут уже проблемы, да. Сань, чё такое? Сейчас я же по фласке дам. Он чисто с тобой, наверное, работает на шинке? Не, он на базе. Но так бы вообще бы рядом сидели, стебались по трансмугам. Понял. Все готовы, давай. Берешь босса за 500 голды. Блять. А, я забыл, как дамажить проклятие, не тот же кинул, чтобы вы понимали. Хорош. Чисто лапку вешу. А, что, опять здесь один шаман, да? А, не, у нас типа двое. Здесь. Тебе надо ренейм сделать, будешь и ваш кармак. Там ботов порвите сейчас.
как бы вот умереть. Я был бы шаман по трансмугам, яба. Яба. Яба, дайте Герману. Что, можно? Конечно. И бить. Вот и чётко. И ваш кошинка. Вот тоже заходит. Да-да-да. Ребят, давайте реально, во время трая пиздёж убивает нахуй всякую хуету. Искру, да? Искру, бейте, все вышел, Паш. Файт, хорс. Бля, хорс. Нажимай сокру, Егор. Дайте индер по Абу-Даби, пожалуйста. Круто. Что-то у меня с клингом, я говорю, с клингом, с патриком. Аверн. Вы скоро играем? Вася Бетон, видите? Дайте сейв Васе, чтоб не сдох. Нет. Скоро игра. Я думаю, мы не будем БР тратить. Нет, пусть сам встанет, если хоть. А там луч бежит. Луплай. Отойди от миликов много. Скоро игра. Больше дать. Дайте шаману инах. Ах, ты тогда мы или гин. Гин дайте лучше. Давай, зови гин. Открой игра. И ваш. Дайте сейф и ваш. Выбегай, что ты там стал? Да, если надо, блядь, нахуй. Задвижу. Вижу здесь хорошо. Вы скоро игра. Яйки. Крыс. Я вижу. А что, портала нет? Кончился уже. Переставь. А мне лень. Скоро игра. Ваша, мили. Ваша. Блядь, бегу, бегу, бегу. Мили, мили, мили. Босс. Это у тебя посох на дырофане? А? Ты с посохом что ты? Как? Ты какой-то бездарный. А что ты расу поменял бы? Как? Это был я кольцо. Разве не было МХО? Да, я вижу. А... Скидываю. Я был крысой, да, может обратно потом в крысу вернуть? Надо это побегать. Какая крыса? Я говорю, у тебя разве не было мейнхенда и оффхенда? Нет, у меня нету мейнхенда и офф. Давайте ТП-шни и полетели трэш. Уф, и женёчек, чё стоит? Давайте, беги. Буквай, а у тебя чё, вытащить на дон или на бадю? А, он вылетит. Ивашки, ты вообще орехи обновляешь, блядь, на танке? Не, нахуй надо. Так они у тебя Т4 орехи хуй килит, блядь. Да, я, блядь, они на нём всё время висят. Так-то он сейчас, на этом бойсе так-то он от всех далеко был, если чё. Походу дискон. Минус трэш, блядь. Ага. Минус, точнее, лут. Блядь. Сама на бой. Да, вот так вот пройдёт. Ну, в смысле, у тебя Т4 нахилило вообще, бля, понты нахуй. Я тебе говорю то, что шаман, танк на этом бойсе был, ой, ДД, это
А танк был на этом боссе далеко. Да. Они же стоят, я... ты вставил какой ладно. Фрейм у босса? Ладно, ладно, верю. Сейчас приду. Там если так, то надо, я не знаю, в какого-то милика орехи кидать, да. Все равно там от искры урон лутают. Да, кидают в милика. А, от искры тоже урон лутается, да? Ну, кидают либо в милика, я... либо в РДД. Ну все, понял, понял. Тогда бы, блядь, профитнее было мне на себя его кидать. Да, если ты в куче стоишь, РДД. Если РДД больше, ты больше закинул. На миликов, больше. Потому что в милизоне искра 100% кливает. На себя а, тоже можно, потому что искра тоже наносит урон. Поэтому орехи будут колоться и хилить хорошо. Она весь рейд дамажит. Плюс АОЕ дамаг от АОЕ просто на ХМ. Да нет, я надеюсь, они сейчас его починят сразу. Кого починят? Ну, там 10 минут. Блять, бисовый грудак нахуй на хулипало упал, и мы никому его не отдали, да? Да. Да, он у всех есть уже, блядь. Ну, у Бабладина нету. Он хотел Малфоя. Какой, Бабладин? Да. А ты откуда Бабладин, с какой гильдии? Да. Откуда же, откуда и ты вернулся? С КГВП, что ли? Ага. Да. Че, давно ушел оттуда? Да, просто пошел. Неделю назад. Угу. Че там, как? Тебе это интересно? Ну так, блять, интересуюсь общими новостями. Ну я что-то не особо хочу. Ну хуёвые. До этого там играли, думали, ебать, мы классные пацаны, да топовой гильдии, блять. Да ебать, никто так не а думал. А сейчас сосёте, губы болят, нахуй, что вы отмазываетесь, блять? Этот, в двух словах просто, хуёво или заебись? Ведут они себя как свиньи просто. А, ну рейды это всегда так было. Рейды, так да. А что, давай я так буду. Давай пей, дары, блядь, алло, блядь. Цели дают бисовые шмотки байерам, я что ты сейчас сказал? Да, уёбки, сука. Да и хуй на них, короче. Как там этот? Вы все говно, блядь. Говно должно говорить. Говно должно говорить громче. И типа чечах такой. Мы говно. Кто рядом, не очереди. Сидят пацаны наслаждаются. Первый рейд просто одеваюсь. Да, да, в очки. Мне больше понравилось приколдес, блять, когда была, были еще экзистенции, как у них скрытый ИП аук, ебать. Вот это охуенная идея, блядь. Кто это, блядь, придумал, блядь? Там пускает. Ты имеешь в виду, заебись идея или сарказм? Чистая хуйня, блядь. А, да. Скрытый ИП аук. Ставьте ИП столько, сколько вы рассчитываете, что вам эта шмотка нужна, ебать. Ебать, где логика, нахуй, нихуя не понимаю. Лут есть у меня, все есть. Это хорошо, что лут есть. А лут где есть, в боссе? Во мне. А, с этого, с робота? Да. Так я грудак никому не отдал, он исчез. Ну я его на успех ролил. Я не успел тебе его дать ребутного. Ну, грудак зеленый металл, говорится. А что, его никто не скринил? Вы его мне на успех отдадите, серьезно? Ну да. Никому не нужен тут. Никому не нужен. Саня. Сань. А. Осколок падал? Нет. Не было осколка. Не, не было. Так тебя дали он у тебя? Ты нет, я не успел ему отдать ребутного сервера. А никто не скринил, да? А кому нахуй? Ну, получается... Ну, у Войда видео есть? Да, есть. Давай. А что вы хотите? Ну, если хочешь, он грудак может. Где? Чем, если грудак нужен, ебать? Пацаны, он встал, он нужен. Встал! Да забей хуй на грудак, нахуй тебе грудак. Ну, будет. Потом сделаете, господи, видео будет, он напишет тебе, блядь, тикет, тебе вернут его. Да. Давай, кидай его терапевт. Давай. Все, что есть, Саша, я в тебя закиду, да? Да. Ну, я имею в виду, что на Дис тоже, у тебя Шинчан присутствует, ну все. Давай этот, Абу-Даби, а вот заходи быстрее. Тоже проебали, да? Не, вот это вроде должно остаться. Я потом создам нет, тему. Бабладин, я тебе говорю, там человечек выложит видео, он снимает, ты можешь типа тикет писать. Давайте по ремонтнику убили, пиздёшь, играем. Вот для чего у вас все время видюхи стремятся, да? Ну и для этого тоже. Ну, у меня на YouTube они заливаются. Нюха, забись. Надо на тебя подписаться, да, чтобы ты там бонусы получал? Бонусы?
Мне похуй, я ничего не получается. Бонус, у него там по 2 просмотра, блядь, на видео бонус. Там по 0 просмотров, нахуй, на видео. Мысли по одному, да. Я смотрю иногда. Так, куда мы идем? Куда они? Так, пойдем по порядку, блядь, что выдумывать. А там от скольки, типа, от 10 тысяч, да, или что-нибудь такое, типа, просмотров только начинают? Я не знаю, я не интересовался. А, ты чисто для себя их оставляешь, да? Вышли, слушай. Да? Почему мне 5 FPS? Снимайте бан. Тушите это мобы, что собрание ёбнем, потом алголона, да? Ну, ну давай с алголона сразу ещё. Ну, мне похуй. Женёк, у тебя что там не получается? Всё как всегда, твоя машина времени сломалась, блядь. Направо здесь, алголона идём здесь. Мне так и не давали ПС. Не, мне один раз закинули ПС, но смысла от этого нет. Мне никогда не давали ПС. Мы алголон? Меня не уважает. Да. Да, мы идем убивать алголон. Джуса, тыкните туда, чтобы я переодел. Столовка. Сейчас, как алголону дойдем, тыкнем там джус. Мы что, на алголона идем? Мы не идем, мы идем его убить. Я порог. Если есть типа, какие-нибудь гайды, скажите, а то я не хилил его обычно. Не, ты дамажишь. А, тут ладно. У нас уже есть второй airdrop, поэтому не надо. Конечно, лучше если... А без него шлем падает, да? Да, да. И посох вот этот, блядь. Там еще Т4, по-моему, с алголона. Т5 еще шанс есть. Че, он надо? А, ну да, там 0,01 на Т5, я помню. Че говоришь? Билд с массакрой нужен или нет? Да. А у тебя... Надо налететь. Ну я его как только у тебя... на алголоне делал. А у тебя, ну ты ж нажимал массакру, нет? Массакра должна быть не только на алголоне, она должна быть всегда. Вот посмотри на Телдрина и это. Поставьте джифса тут. Не запускайте пока ничего. Поставьте джифса. А можно почтальона тоже посадить, почтальона? Почтальона? Сальон печки. А это в смысле дверь открывается, а тут уже Абу-Даби сидит, это нормально? Да. Читер, блядь. Ты типа рейд-босс? Так, давай. У вас кто-то умирал, кроме этого? Баклонит, ты летишь, да? Давай, правдаю. Кто-то умирал, рыбу ставить, нет? Ну, Баблодин умирал. Ой, Баблодин умирал. Да он без рыбы обойдется. Может, бомжатскому поставить? У меня бомжатская нету, я не умею ставить, у меня, по-моему, не вкачано. Понёте, только прям, это. Как долмарин. Там же, чтобы вот эту ставить модную, блядь, не нужна профа. Да. Тут первый раз, но я так понял, таких нету. Ивашкин, ты вообще был здесь? Да, был. Я смотрел. Да, он был тут с нами, мы его поменяли, блядь. Смотри. А чё, Ивашка, отвалился? Чё за прикол был? Заходил. Нет, на шинке кончился. Если кончится, то это пизда нахуй. Придется в люди выходить. Ты начальнику звони. А, да, с чего? Предъяви ему, ты охуел, черт, блять, алло, блядь. Нахуй мне телефон, когда у меня есть компьютер. А я здесь? Нахуй меня суммонить. Так, давайте суммонить, кого там надо забрать. О, ХП. Ну здесь тебе пизда нахуй. Здесь от чего этот какого лучше поставить, это мы. У меня есть пара вопросов. Во-первых, ну типа, тут вы сакру заносите, да? Да. Тебе скажут, когда дать. Ты третий дает. Ее с ивом давать, да? Да. Скажут, да, когда дать. Кто первый сакру дает? Миша? Егор. Потом Миша, потом ты. Да. Третий сейв скажете, я. С этот, поносишь тогда я с этот. Дох сакры. Кто будет бить искры? Я? Кто еще? Я, Кона и... Ты, ну, я? Ты, я и кто? Пук? Дракона. Хорошо, Пук, ты, я. Бьем искры втроем. А верность еще там помогаем чуть-чуть. Но не слишком сильно. Давайте, все ради. Так, напоминаю, что первый пул можете хэтит фото не пить, потому что они, блядь, вы начнете блядь бить, у вас там останется 2 секунды. Я единственное, что не помню, тут после портала, когда выходишь, по-моему, они скидываются, да? Кто? Нет. КД с фласок. Нет.
Не? Ну ладно, похуй. Короче, я метки ставлю. Да. Смотрите, тогда СС раздадите после первого портала. Тогда как мы будем сдавать? Так, Тиряки по Суфу, Малак по Квинмуну. Давай Догич по Пуку, ибо сдавай Квазивер по Ладомиру, Армончик по... Ебашке. БР в вставалки без команды никто не тратит. Мы потеряли ЖНК, нам нужен инженер. Все, это после, после первого сурового задись. Да. Давайте все вспомнили, что здесь делать. Встаете, ну... Где будет первого бить? От Кара отбегаете, блядь, звездочку ставлю на Абу-Даби, будет после него стоять лучше, да, дырка. Всем ориентируйтесь по ромику. Ласт дырку возле ромика не закрываете, паладин. Ну, это танки, кто там забирает. Искры будем бить по часовой стрелке. Если там будет какая-то в мили-зоне, я на нее метку кину и за анонш. Бьем в мили. Инженер, Блэкфай, Ирландец. Босса там тоже водите, смотрите, не ебулите, чтобы он под звездой там, если не надо, это не стояло, чтобы людей не засосало. Когда созвездие выходит, подкиньте в них ЛПшки, грипните их, помогите хилам, помогите танкам. Давай, Вашки тоже не тупи, но... Давайте, дают чек еще раз. Метр. Космополит, если что, ты на Ивашке сидишь, на него и этот закидываешь иннер по КД. Все, полетели. Полетел. Ивашка, ты не нажимаешь Геру, у вас и бетон нажимаешь. Не трать. Когда я тебе скажу вторую Геру дать, дадишь. Даш. Ага. Что, мы так долго его побить будем? Нет. Недолго, около 5 минут. А, нормально. Давайте без затупок нахуй. Геру, Вася. А кто там сейчас, столовка или Талдрин? Столовка. Появляется звезда. Взрываю. Берегитесь. Мили взорвался. Квазивер, молодец. Команд... Взрываем. Нажимай сокрою. Берегитесь. Че, могу вставать, Шаман? По-моему, ты поздно нажал. Сейчас, подожди, стой, вставай сейчас. Разбахать ее. Взрываем. Сейчас нужно будет одно лоб. Берегитесь. Скоро срово и найдите дырку. Найдите ромбик. Открываю. Блять, под ромбиком. К ромбику подошли. Зашли. Три, два, зашли. Помер бабладин, сокрытый эти не будет. Разрывай сакру боб. Сейчас БР. Так, давай, суп БР по зеверу, Квинмун БР и бабладина. Локи раздали СС, по кому назначал. Лопайте череп. Взрываем. Мили, блядь, сейчас другая сдохнет, стопайте что по лица? Черепу. Нет, блядь. Говорю, стопайте по черепу, блядь. Как вы, что это делаете? Это на зачем? Рэпнули рейд. Вы не меняете? Не меняете. Все, вайп. Две лопнули просто. Ну, а зачем вы меняете? Одну бейте. Там где... просто получается одну закливали в мили-зоне, блять. А она на другой стороне была возле босса. Ну это надо в мили-зоне тоже следить. Можно было просто отвести ее, ну отвести босса от нее и вот эту вот, которую ты убил, добить. Та бы сама догорела бы. Ну если вы видите, что взрывается две звезды, че вы, блять, не заносите массейвы. Там пизда была на сейву. Далее бы моста, куда сдал бы гейм, и все прохиливали близи. Какого моста? Смотрите внимательно под ноги. Квазивы, Ревашка. Как вы, блядь, умираете? Бабладин, блядь. Паладином умирали. Я не прохилил. Я на половину зашел в портал, меня убили, мол бы, если бы я нажал бабл, я бы потом вам не нажал. Ну лучше, наверное, бабл нажать, чем потом сакру, блядь. Портал заходи на 3 секунды, тогда тебя никто не убьет. Квазивер. Смотришь, когда у него половина каста прошла. И заходишь я в портал. Я понимаю.
Ну почему не понял? Мобы латника там не убивают, они меня мага не убивают. У меня хп не фул было. Ну подними себя. Ладно, закинь, закинь лоха себе. Закройте. Ладно, дай лоха, кинь на себе щит, флешку. Просто... Короче, потом... пацаны, внимательно, сейвы, блядь, отдаем. Камни сейчас, кстати, поставим на всякий случай, завтыкали за этот момент еще. Поставьте локи сейчас в унитаз. Тут джифсы стоят, починились, блядь, кому надо. Вторую начали еще добивать. Ты поменял типа черепок, туда кто-то каз дал. Которого под мили была. Ну я с портала вышел, какая возле меня была, на нее метку поставил, начал бить. Ивашкина, в мелизоне стояла, Ивашкина убила во взрыв, потом его эти подзорвали. У него хуйня. Созвездие взорвали. Ивашка, да. А тут орехи держи на миликах. Угу. Потому это, что танки не, танки не стоят. Танки не стоят, точнее возле танков милики не стоят, поэтому там по танкам супер много и так не залетает. А мелизону орехи будут сильно поднимать. Ага, все понял. Да вообще теперь это орехи все время лучше держать на РДДшниках. Получается. Нет, РДДшники стоят ренджой, милики стоят одним кемпом. Ну, ой, на миликах имею в виду. На миликах и надо. Да. Дайте МК. Вообще после взрыва я что-то подумал на себя орехи кидать лучше нахуй. Когда меня шотнуло. Это не шотно. Ну не шотнуло, 17 и 7 моментально друг за другом залетели. Крика на хп плохо нету. Куда? Да и у вас как? Да, он худой. ХП мало. Не, ну давайте я стамину вобьюсь. Ну прикол будет, блядь. Ну усилков. Миша одевает триняду на ХП, чтобы жить. Давайте, всё, пиздец, чтоб бить. Давайте, доебет. Тогда... Не могу понять, у меня со скорости куда-то пропало. Потом найдем зипа. Все, убили флут нахуй. Продам тут скорость. Гера. Появляются звезды. Ну-ка, не забывайте прожимать. Разбиваем. Прохиливайте рейд сразу, внимательно отошли от нее. Мы, которые бьем, видим вот. Там в мелизоне лов. Все, стопнули по черепу. В мелизоне добивать. Давайте. Череп перекинь. Добиваем. Прохиливаем рейд. Скара будет. Не бейте то вообще. Не бейте, она сейчас сама. Я ее сам добью. Сам добью. Да. Все. Прохиливайте рейд. Вот последний. Убиваем. Отошли от черепа, чтоб не засосало никого. Поднимайте рейд. Космополит дверь, дашь, вынул. Появляется. Че, Даша, после кары ставишь, конечно. Кара в мили идет. Блин. Лоу хп, бейте. Давай, Даша. Там в мили есть, давай. Дрейдер, ебахнусь. Суровый. Лужа. Одна лужа есть, край. Три, два, нашли. Маланг помню. Так сразу выходит. Блядь, не добежал, сука. Ой, блядь. Там шага не хватило. Вы смотрите внимательно, Ребзи, а? Так кто лужу мне под ногами взорвал? Там есть еще волк. Так, стоп по черепу. Стоп. Нет, сейчас кара. Поднимайте рейд по хп, лопайте череп. Давай, Эйма. Домет. Вторую бейте, догорит сама. Сокру, нажимай, Бабуди. Уже нажал.
мели дохуя. Разбиваем. Я думаю, в два хила не прохилят. Нормально все, ура. Нету бэров? Вижу суровый будет, лужа под босса. После карика сразу будет суровый. Ушли с меня. Зашли. Пускай пукнет рейс. А Миша тоже нету? Уехал. А, ну, рез этого водомера. 20 тысяч добит. Ушли с мелизона. Взрыв будет. Переводи, нет. Переводи, переводи. Кара. Егорыч. Разложение танку отдал. Будет два взрыва одновременно, вам надо убить одну сейчас уже. Мели, убивай. Сейчас будет взрыв, сразу гим давай после него. Захиливайте. Сама догорит, не трогайте ее. Играйте в босс. 3, 2, 1, сейчас взрыв будет. Взрыв кара будет. Есть поста крыпова, знаете? 25 секунд буквально. Все нормально. Что, играйте в босс? Бля, я стал тут. Забери, говорит, босс. Бля, это Владимира закидали. А СС давали, кому говорили, не? Переведите быстрее до взрыва, босс. 1%. От кары отошли из мелизоны. Ну, бля, понятно. У Владимира нету, хау один. Танков чё-то. Мерца. СС дали, было все хорошо. Да у нас не было СС прошлого трая. Так их давали вообще кому-то? Да, я давал. На КД. Чоу. Берегитесь. Блядь, вот вам суровый, блядь, не проносишь, нахуй, вы не хуй зайдете, блядь, бежите к порталу. Тоже следите с нами, не только нахуй найдитесь, блядь. А все, сейчас я добью, не с... А, блядь, не получилось. Давайте фастом встали, побежали, блядь. Сейчас убьем. Да понятно, что убьем. Просто, блядь, вот эти глупые смерти, блядь. Ну, без них, походу, не было. Не кипишуйте, в чем тут, блядь, проблема? Ну, пацаны, ну, блядь, мы ж не первый раз его убиваем. Какая-то паника постоянно, все куда-то бегут, блядь, не добегают до портала, блядь. Ну, вы видите по таймеру БДБМа, что сейчас будет, блядь, суровый удар. Может, надо к порталу начать двигаться, нет, блядь? А потом говорить, я не добежал до него, блядь, 2 метра. Нахуй мне эта информация, добежал ты до него или нет. Если ты сдох, то понятно, что и так, долбоёб. Не, а что, у тебя тапок нету или что ты не добежал? Ты как бы дышишь. Это дай тапки. Кто не добежал? Женек. Нормально. Я смотрю, Малак там кастует. Уже пол каста прошло, он все кастует. Из пепеления. Малак тоже. Что это такое? У всех есть тапки инженерские, блять, у кастеров. Всех должны быть. Если вы даже на другой части комнаты берете, нажимаете на 10-й каст, и вы добегаете за 5 секунд. Так, значит, 2 БР откатится. Вы лучше за 10 секунд до каста подойдите к луже, станьте там, и вы можете, когда он кастует, бить, а не бежать. Вы ничего не потеряете абсолютно. Вместо того, чтобы кастовать и, блядь, на последних секундах на сапоге бежать. Если вы на сапоге залетаете в лужу, она шанс 50-50, что вас закинет. Там, типа, постоять надо. Просто надо к ней подбежать, а не мимо нее пролетать. Василий Бетонович, вы же там что встали? Давайте, забегайте сюда, ешьте рыбу, раздавайте бафы быстрее. Экономия, нет, это хуйня. Да, вы знаете, сколько этой рыбы стоит, реально? Бетон отвалился, у меня нет упал, сейчас зайду. Давай. Женек, короче, держись большому, как масло это. Массовым скоплением людей, а на тебя орехи кидают. Саша, по которой Абу-Даби, поанонси людям по поводу сурового, что заходить в портал, чтобы больше этой тупизны не было. Сейчас, где Вася? Тебя он упал или тебя он уже встал? Кто? Тебе там интернет.
Не, за это сам, у меня модем нахуй заглючил. Я сейчас с телефона включил. Сейчас модем загрузится. Минутку бью, пока. Внимательно, ебать. Прошу вас. Пожалуйста. Тебе смешно? Да. У вас 15. У меня 100 скорости, пацаны. Сказать. Заебался. Ты нашел свою скорость? Нет, а вот ты спрашивал, кто спиздил меня. Не могу догнать вообще. У тебя, по-моему, башка, блядь, не чаренная, дружок. И не сокеченная. Ну и не сокеченная тоже. А как же смешного, блядь, нахуй, я не помню. В чем, блядь, проблема, нахуй, зачарить себе и ставить сокет, блядь. А потом ты пиздишь, у меня нету маны, нахуй, засуньте мне иннер, блядь. Слетал, сделал, блядь. У тебя спортняшка, типа, там проблема. Да, да, я... Плечи не зачарены, блядь. Я же вот все купил на прошлом. И шо? Тяжело подойти к аукциону и за 2 минуты сделать все? Нет, нет. Будучи, блядь, энчантером. Опа. Я энчантер, как я не знаю. Спортняшка и, блядь, чарку на 20 стрихосты юзать. А не на... Я тебе, блядь, случайно зачарил ее. А не на ману. Ставь себе сокет на ману, который тебе ману откидывает, спину зачарь на ману, не будешь, блядь, иннер просить. Ну это у портного, да, на ману? Да. Да. У тебя портяшка есть? Да, сила заклинания и дух. А, вот восполнение. Ну вот зачарь себе. Да, да. Поставьте. Сейчас бы, блядь, без метасокета нахуй играть. Кстати, где БКМ? Василий прибежал. Серый. Так. С вами бафа есть. Привет, вы кто? Давайте. Сосредоточились. Там мы должны сессии все катиться, после первого срока залезть. 3 минуты. У кого есть, дадите. И не забывайте про эти, про заслоны. Сейчас звезды поиграют. Мили едят. Вот эту лопаем первую, отводи босс. Взрываю. Берегитесь. Кара отошли. Следующую играем, метку поставим. Мили очень, две, отходи. Уводи босса. Переводи под стенку его куда-нибудь. Там лоу хпшно есть в мили? Да, 8. Вот сейчас кара ебанет, ее будем лоб. Нажимай сакру его. Берегитесь. Блять, это будет сейчас больно, нахуй. Подымайте. Не бейте ее, не бейте ее, не бейте ее, бейте по боссу. Эти башки закидали опять. Отойди. Женек, что не пошло? Зеленка не жмется? Или не зыбка? Не отходит. Вот я думаю, 200 хп тебя сейчас замотивирует, чтобы тебя не лагало. Замотивирую победного. Лужа есть одна, вот в ней можно заходить, ребят. Подходите уже сейчас к луже. Стопните ДПС и подойдите к луже. Подходите, подходите, подходите. Заходим. Заходим. Там сейчас лопнет она. Кара, сакру бабку. Надо Ивашку подымать. Надо. Суп, бэйр и Ивашкина. Метка стоит? Да, да, да. Играйте. Все, прохилили рейд. Следующая 7... лоу хп под стенкой, ее. Да, да, 7. Потом сдал. Дайте масбафы, пожалуйста, кресты. Здравая. Каска, лапа, пристаба, вся хуйня. Быстро дали по шаману всю. Берегитесь. Кара, вышли в мелизоне. Да хуя же. Прохиливайте рейд, рэпаем звезду. Взрыв. Нажимай сакру, Богодин.
От кара мели ушли. Ушли из-под кары, по звезде стоп. Звезда сейчас лоб. Поднимайте, поднимайте рейд. Как, блядь? Все заебись. Подходите, Даша, подходите к луже, которая дальше, чем от босса. Одна она. Даша, бери бука. Сейчас прохиливаемся, кара. Сейчас каст будет, за лужу зашли, ждем. Заходим. Я Даша, бери сухо. Одну убейте, которая в углу, одну в углу. Отведи быстрее. Которая в мили. Быстрее, прям сейчас взрывайте. Что, бери пука? От кары отойдите обязательно. Она сейчас догорит сама. Прохиливайте рейд, сакру не жалеть. По боссу вливайте, 4%. Гимн на хп. Дима, нажми ладомир. Нормально. Да. Еще. Подымите. Центр, встаньте ближе. Все. Нормально, вы переведете. Сань, я бэрю. Ну да. Кара, ушли. Саня. Спокойно. Что, все добиваем, да его? Добиваем. Миша, как ты там сдох? Клуб зашел. Берегитесь. Кара. Внимательно. Да не надо никого бы. Да, я вижу кого БР, поэтому и не тратьте. Че, бабахнет, да? Бабах. Ну, короче, 7400, а сейчас 7700 стало, почти 7800. Короче, на 7500 не надо тут. 7775 у меня. Опять космос упал. У тебя 8200. О, перчатки пали крутые. Ля ты космос просто. Да ну, перчатки-то классно, но, блядь, 7-4 надо, блядь. Да. Так, сапоги полетели. Походу бисовый, блядь. Можно забрать? Егор, тебе надо, нет? Или у тебя такие же есть, Егор? Да, давай. Перчатки одел бы. А у тебя Т4 есть, алло, блядь, куда ты там оденешь? Так.